связанные с физикой, теоретической, с матфизикой, ну, а Данил Григорьевич об этом лучше скажет. Вот в последнее время, ну, опять же, это больше, на самом деле, модные темы, это, во-первых, классика, вот совсем старая, вот вокруг, когда вот ты работаешь, вот, старая, чем ты занимаешься? Нет, ну почему, все мы этим занимаемся, вот. Старые, хорошо поставленные задачи, которые известны, что они трудные, и люди, работая вокруг них, получают удовольствие и наслаждение. Вот. Ну и действительно возникают модные вещи. Вот, например, там коммутативная геометрия или там такая наука, как случайная матрица. Не тервероидность ты рассматриваешь не на, так сказать, не случайную величину, а случайную величину, у тебя теперь матричная. И выяснилось вдруг, что все в мире описывается как распределение собственных значений случайных матриц. Даже нулица функции Риммана на критической оси. И вот это можно начинает этим заниматься. И свою науку подстраивает под это. И вот в этот как бы общий тренд. После случайных матриц возникают там случайные поверхности. И каждый вдруг понимает, что о, его, моя техника сюда лезет. То есть подходит, решает эти задачи, начинаешь писать статьи. Вот, и вот я назвал две, что было модное, ну, 5 лет назад, может быть. Был фильм такой, американский, там усилия американских фильмов. Там вот этот играет артист, который надоел. Он решил, не то он, не то его дочь, два очень хороших артиста. Ну, как он? Ганнибал Лектор. Он играет математика, а дочка его... Это его актриса. Да, а дочка, Пат Бетров, по-моему, актриса тоже известная. Вот она играет студентку. И кто-то из них решает гипотезу Рихтера. И там... И он умирает. И она приносит тетрадку с решением. И вроде она решила. И там разбирается, как все-таки она и думала. Вот. И человек, ну, авторитетный математик, говорит, нет, ну, посмотрите, тут вот некоммутативную геометрию используют, там, случайные матрицы. Это, наверное, она, потому что он человек старый, он говорит, делает. Ладно.